Приступим. Начнем, наверное, по порядку. Большинство задач будут связаны с вопросами электробезопасности, поражения человека электрическим током. Часть задач будет связана с защитными средствами и мерами, применяемыми при поражении человека электрическим током. Рассмотрим основные. Первая задача посвящена стеканию тока в землю через стержневой заземлитель с определенным глубиной погружения этого заземлителя в землю. Здесь все достаточно просто. В зависимости от величины тока, протекающего через наше заземляющее устройство, и удельного сопротивления земли, используя представленную у вас на экране формулу, можно провести расчеты для каждого, для любого тока и для любого удельного сопротивления земли. Формула для расчета потенциала. На экране в формулу входит сам ток, удельное сопротивление, и делится все на 2πL, где L – это, собственно, глубина, на которую погружен наш заземлитель. И далее берется натуральный логарифм, где в числителе, натуральный логарифм дроби, где в числителе представлен расстояние до точки, которую мы хотим рассчитать, глубина погружения. Соответственно, мы получаем таким образом, складывая два катета, получаем гипотенузу и учитываем расстояние до расчетной точки. Формула простая, формула одна. Рекомендую ее запомнить, записать. При необходимости вы всегда можете посмотреть трансляцию еще раз. Перейдем к следующей задаче. Задача посвящена поражению человека непосредственно электрическим током. В данном случае речь идет об электромонтере, который направлен для устранения аварии. В нашем случае произошел обрыв нулевого провода, идущего от светильника, и поэтому светильник перестал работать. Электромонтер, используя металлическую приставку, она же пасынок, добрался до светильника и, собственно говоря, прикоснулся к проводу, к нулевому проводнику, и был поражен электрическим током. Собственно говоря, нужно вычислить, какой ток пройдет через электромонтера в данном случае. В обычном случае нам всегда задается сопротивление тела человека. Стандартная величина, принимаемая для расчета, это 1000 Ом. Может быть задано сопротивление обуви, сопротивление заземления нейтралепитающего трансформатора R0, опять же, удельное сопротивление земли ρ, длина рельса, заглубленного в землю, это тот самый пасынок, вот это та самая металлическая приставка, мощность лампы в светильнике. Для того, чтобы провести расчет, нужно еще учитывать то, что отрезок рельса мы фактически приравниваем стальному стержню определенного диаметра. Прекрасно понимаем, что сам рельс – это профильный такой материал, но сделаем допущение, заменим профиль, обычно это двутавр, да, на стальной стержень определенного диаметра. Это не сильно исказит ход решения. Итак, у нас с вами задано напряжение. Фазное напряжение, и у нас есть мощность светильника. Соответственно, мы можем рассчитать сопротивление лампы накаливания RL, разделив квадрат фазного напряжения на
имеющуюся у нас мощность. В дальнейшем нам нужно рассчитать сопротивление электрода, а электрод это фактически тот самый пасынок, на котором стоит наш электромонтер. Формула для расчета сопротивления электрода у вас представлена на экране. В ней мы опять учитываем удельное сопротивление Земли. 2π, делим его на 2πL, где L это, собственно, глубина погружения. И берем натуральный логарифм от дроби 4L, деленное на D. Где D это диаметр нашего стального стержня, то есть фактически диаметр пасынка. А L, как изначально у нас указывалось, длина участка рельса, заглубленного в землю. При этом, если мы рассчитываем ток, протекающий по цепи, то фактически мы должны учитывать фазное напряжение и последовательное соединение всех сопротивлений, которые у нас присутствуют в условии. Сопротивление лампы, человека, обуви, заземляющее устройство и, конечно же, R0, сопротивление нейтрали нашего трансформатора. По такому контуру протекает ток. Подставляем все значения и получаем величину тока необходимого. Обязательно обращаю ваше внимание на то, что при расчетах надо пользоваться правилами округления, обращать внимание на то, какие размерности вы используете, в каких размерностях идет дано, заданы все исходные данные. И обязательно обращать внимание на то, как просят записать ответ, в каких единицах с округлениями до целых, до десятых, до сотых. Проверка будет проходить машиной, и если значение будет записано не так, как это было запрограммировано, то и результат будет не соответствовать тому, что бы вы хотели получить. Еще одна стандартная задача посвящена полусферическим заземлителям. Вообще заземление – это одна из основных мер защиты, обеспечивающих снижение напряжения прикосновения или шага. Расстояние между центрами нашего заземлителя, наших двух заземлителей, у нас будет 2 метра. Диаметр каждого заземлителя одинаковый и составляет 1 метр. Прикладывается к этим заземлителям напряжение величиной 10 вольт. И при этом мы берем удельное сопротивление грунта величиной, к примеру, 62,8 Ом на метр. Удельное сопротивление грунта. Для того, чтобы выполнить расчет, последовательно выполняем следующие действия. Первое. Считаем сопротивление наших заземлителей по формуле ρ, деленное на 2πd, где d, еще раз, это диаметр нашего заземлителя. Получаем 20 Ом. Сопротивление заземлителя 20 Ом. Ток заземлителя без учета взаимного влияния. Фактически рассчитывается по формуле, представленной у вас на экране. Подставляем туда имеющееся у нас приложено напряжение 10 вольт и делим его на 2 сопротивления заземлителя, поскольку у нас 2 полусферических заземлителя. Получаем величину 0,25 ампер. В дальнейшем нужно рассчитать потенциал, создаваемый возле каждого заземлителя от другого, от соседнего нашего заземлителя. Собственно говоря, потенциал рассчитывается, опять же таки, по формуле, которая у вас на экране. Берем ток, полученный, протекающий через наш заземлитель, умножаем на удельное сопротивление грунта или земли и делим на 2π альфа, где альфа считаем коэффициент напряжения прикосновения величиной, в данном случае известной, равной единице. Получаем величину 2,5 вольта. В дальнейшем фактический ток заземлителей мы учитываем
при его расчете приложено напряжение и взаимное влияние двух потенциалов, 2 дельта фи. Получив изначальные значения, подставляем их в эту формулу, проводим математический расчет и получаем значение фактического тока заземлителей величиной 0,375 ампер или 375 миллиампер. Еще раз обращаю внимание, в зависимости от того, как просят округлить, вы подставляете и получаете соответствующие значения либо в амперах, либо в миллиамперах. Соответственно, фактическое сопротивление каждого заземлителя подставляем 0,5 У, деленное на И. И получаем 13 Ом. Таким образом, мы с вами нашли все электрические параметры заземлителя. Ток, протекающий из заземлитель, и фактическое его сопротивление. Приблизительно 13 Ом. Как вы видите, округлили по правилам математического округления, да, в меньшую сторону. Внимательно обращайте на это внимание. Рассмотрим следующую задачу. Непосредственно будем рассматривать электрическую сеть типа IT. Это обычно трехфазная, трехпроводная электрическая сеть с глухозаземленной нейтральной точкой генератора или трансформатора. Так вот, в этой сети произошло замыкание одного из фазных проводов на заземленный корпус. Еще раз, защитное заземление – это одна из основных мер защиты и обеспечения безопасности человека от воздействия электрического тока. Заданы параметры электрической сети, линейное напряжение 380 вольт, сопротивление изоляции проводов 50 кОм, сопротивление тела человека, величина стандартная и равна 1 кОм или 1000 Ом, сопротивление заземлителя 4 Ома и величина коэффициентов напряжения прикосновения α1 и α2. Эти коэффициенты в нашем случае равны единице. Требуется определить, при каком значении сопротивления изоляции напряжение прикосновения человека, касающегося заземленного корпуса, будет равно длительно допустимому значению. Для того, чтобы выполнить решение, необходимо записать формулы и очень неплохо для самого себя, чтобы не ошибиться, сделать рисунок электрической сети. Сеть у нас IT, трехфазная, трехпроводная, с изолированной нейтральной точкой. Вот. Связи с землей нет. К этой сети подключен потребитель, который заземлен. Корпус заземлен через малое сопротивление РЗ. Человек прикасается к нашему заземленному корпусу и происходит замыкание. Ток, протекающий в этом случае, ток замыкания рассчитывается по формуле. Уфазное деленное на последовательное соединение заземлителя РЗ и сопротивление изоляции проводов, деленное на 3, R деленное на 3. Так как у нас дано линейное напряжение 380 вольт, фазное напряжение соотносится с линейным через корень из 3, линейное разделили на корень из 3, а дальше подставили РЗ, сопротивление изоляции нам дано 50 кОм, подставляем его, получаем значение тока, да? Но нам нужно определить значение сопротивления изоляции, при том, чтобы напряжение, приложенное к телу человека, было равно длительно допустимому значению. Для этого нужно записать формулу для расчета напряжения прикосновения. Она у вас на экране. Формула учитывает потенциал заземлителя, то есть человек прикасается к заземленному корпусу и, соответственно, потенциал заземлителя – это и есть потенциал корпуса. И в обязательном порядке коэффициенты напряжения прикосновения α1 и α2. Так как по условиям задачи два этих коэффициента равны единице,
то напряжение прикосновения фактически равно потенциалу заземлителя. А потенциал заземлителя – это ток, протекающий через заземлитель, умноженный на его сопротивление. Вычислить нам нужно сопротивление изоляции, еще раз, да, вот эти три величины. Соответственно, мы с вами знаем, что мы должны взять длительно допустимое напряжение. Длительно допустимое напряжение – это напряжение величиной 20 вольт. Соответственно, подставляя формулу 20 вольт, мы можем рассчитать все исходные параметры, а именно необходимый нам ток замыкания, да, или сопротивление заземляющего устройства. Или если мы это все знаем, то получить, какое напряжение может быть приложено к телу человека. Но мы действуем от обратного. Знаем длительно допустимое напряжение, знаем формулу, по которой мы должны рассчитать, и математически подставляем сюда все исходные данные, преобразуем нашу дробь, переносим наш знаменатель в другую сторону, проводим математическое преобразование и получаем данную величину. Еще раз, длительно допустимое значение напряжения обычно берется величиной 20 вольт. Соответственно, зная его, можно вычислить значение сопротивления изоляции фаз. То есть, вот эти сопротивления, которые нам изначально и нужно было определить. Задача чисто математическая. Обязательно не забывайте подставлять коэффициенты напряжения прикосновения α1, α2. Коэффициенты напряжения прикосновения учитываются тогда, когда мы рассчитываем напряжение прикосновения, то есть UH, напряжение, приложенное к телу человека. Что у нас есть еще из стандартных задач? Еще одна дополнительная теперь уже мера защиты – это применение устройств защитного отключения. Соответственно, все параметры сети у нас какие могут быть? Фазное напряжение, сопротивление изоляции, емкость изоляции проводов и сопротивление тела человека. В большинстве своем сопротивление всегда для расчета принимается величиной 1 кОм. Если сопротивление и емкость изоляции могут быть разной величины, то сопротивление тела человека обычно всегда 1 кОм. Нам требуется определить допустимое время срабатывания УЗО. Предположение, что она вообще может быть установлена. Да? Для случая прикосновения человека к проводу сети типа IT в нормальном режиме. Ну и сделать вывод о том, сработает наше УЗО или не сработает. То есть сначала определить время срабатывания, потом можно сделать вывод о том, сработает оно или не сработает. Или можно сделать это все параллельно. Определив время, мы поймем, что УЗО сработало. Итак. В зависимости от значения емкости фазных проводов относительно Земли, то есть вот этих вот величин, влияние полного сопротивления изоляции может меняться. Что это значит? Это значит, что есть определенная величина емкости, критическая емкость, около 5 микрофарад, 5 микрофарад, превышая которую полная сопротивление изоляции проводов вообще становится пренебрежимо маленьким. Если емкость очень большая, 5 микрофарад, 6, 7, 10 микрофарад, то полное сопротивление изоляции проводов мало, то есть практически стремится к нулю. И в этом случае ток, протекающий через тело человека, определяется стабильно только двумя факторами. Это напряжение сети. Поскольку человек прикоснулся к фазному проводу, то это фазное напряжение, деленное на сопротивление тела человека. Если же емкость изоляции равна нулю, в этом случае мы имеем самое большое сопротивление у изоляции,
И учитывать его надо будет, подставив его в знаменатель. А именно вот в эту часть. R, деленное на 3. Это сопротивление изоляции проводов. Самое большое. А также нас просят определить время срабатывания устройства защитного отключения. И время рассчитывается, исходя из вот этой формулы. Есть ток, протекающий через тело человека, соответственно, подставляется полученное нами значение в зависимости от емкостной составляющей и выражается из этой формулы время срабатывания устройств защитного отключения. Что мы еще здесь можем с вами сказать? Представляет ли ток, протекающий через тело человека, опасность? И как понять, срабатывает устройство защитного отключения или нет? Рассчитав ток, протекающий через тело человека, по представленным формулам, получив этот ток в миллиамперах, нужно будет сравнить полученное значение с током уставки устройства защитного отключения. И если у нас ток, протекающий через тело человека, больше тока уставки, соответственно, УЗО это фиксирует и срабатывает. Если меньше тока уставки, УЗО такой ток игнорирует, не обращает на него внимания и, соответственно, не срабатывает. На этом мы рассмотрели основные типы задач. Дополнительно еще предлагаю вам подготовиться по направлениям электромагнитной безопасности. В обязательном порядке обратите внимание на то, как проходит и как учитывается напряженность электрического поля промышленной частоты, как рассчитывается время пребывания в этом электрическом поле. Формула для расчета представлена на экране. 50 деленное на I минус 2, где I это, собственно говоря, напряженность заданного нам электрического поля. Время, соответственно, получаем в часах. Но в жизни все, конечно, не так просто. Достаточно часто человек попадает в электрические поля совершенно разной напряженности. В этом случае, когда человек в течение рабочего дня находится вот в этих полях с разной напряженностью, следует применять вот эту формулу. Обратите внимание, то есть мы делим время пребывания в контролируемой зоне, да, на допустимое время пребывания для соответствующей контролируемой зоны. Время пребывания мы еще раз рассчитываем по формуле, в нашем случае 7,3. Подставляем все вот в эту формулу. И, собственно говоря, в случае, если у нас несколько разных полей с разной напряженностью, сумма отношений время пребывания в контролируемой зоне к допустимому времени пребывания не должна превышать единицу. А вообще приведенное время не должно превышать 8 часов. То есть максимально в любом случае мы не можем находиться дольше 8 часов. На что еще рекомендую обратить внимание? На понятие интерполяции, да, которое может вами быть применено. И еще раз прошу обратить внимание на требования к округлению при выполнении расчетов. Единицы измерения правильные нужно использовать и, соответственно, получать правильный результат. Вот, наверное, это достаточно короткая, но при этом емкая консультация закончена. Мы готовы ответить на вопросы, которые появились у участников нашей консультации. Как мы обратили внимание, организационные вопросы необходимо решать непосредственно через оргкомитет Олимпиады. Сама запись нашего сегодняшнего вебинара будет доступна на сайте приемной комиссии МАИ
в YouTube, да, на канале. Уважаемые участники, мы ждем ваши вопросы. Как я понимаю, вопросов пока нет. Если вопросы появятся, вы еще раз можете обратиться в Оргкомитет Олимпиады. Если это будут вопросы по организационным моментам, если эти вопросы не по организационным моментам, а по самим задачам, собственно говоря, Оргкомитет тогда переадресует эти вопросы непосредственно нам. Мы постараемся дать развернутый ответ. С вашего позволения мы закончим трансляцию. Так, вот все-таки есть у нас вопрос про максимальное количество баллов за первую часть. Насколько я понимаю, то здесь, если это 5 заданий, 50, должно быть баллов. Вообще, в обычном задании 10 вопросов, 10 заданий, да, в обычном олимпиадной такой работе, и максимум можно набрать 100 баллов. Но на самом деле, в зависимости от сложности задачи, количество баллов может варьироваться. Какие-то задачи, ну, как мы с вами посмотрели, например, самая первая задача, посвященная просто расчету тока протекающего через заземлитель и потенциал этого заземлителя, явно она по сложности уступает задачам, где нужно рассчитать параметры заземляющих устройств, или уступает по сложности задачам, где нужно оценить эффективность устройств защитного отключения. Спасибо вам за ваши комментарии. Надеюсь, действительно, вебинар был достаточно понятным. Максимально старались просто объяснить не всегда простые вещи. Есть люди, для которых вопрос электробезопасности сложен. Ну, в этом случае, наверное, наша консультация вас не спасет, да, но и вообще принимать участие в таких мероприятиях достаточно высокие квалификационные требования ставить перед собой. Хорошо, если вы пройдете из отборочного этапа дальше. Будем рады вас видеть уже там в полуфиналах и в финалах, а не только в отборочной части. Еще какие-то вопросы, возможно, остались. Судя по комментариям в чате, вопросов нет. Но все ждут на всякий случай, что вдруг кто-то спросит что-то такое, что всем казалось достаточно сложным. Не уверен, что у нас такие люди найдутся. Тогда, уважаемые участники, мы заканчиваем нашу трансляцию на этой оптимистической.